Добрый час, с вами, как всегда, Маргарита и наши мужчины тут. Мы сегодня обсуждали активно картинки, что продают картинки. Вот видите, у меня теперь на заставочках девочки и вот мужчина с сумочкой. Итак, возвращаемся к теме нашего сегодняшнего видео. И сегодня мы с вами поговорим по поводу праздников, да? Почему праздники? Потому что вы спрашивали рассказать чуть подробнее о праздниках и occasion, holiday and occasions, да? Когда вы сейчас стали заполнять ваши листинги, то наверняка видели, что есть секции, и у многих из вас были вопросы. Мы знаем, что такое мамин день, мы знаем, что такое день рождения, а вот все, что такое остальное там, это нам непонятно. И вот нам бы побольше информации по этому поводу. И об этом в этом видео у нас с вами разговор пойдет. Немножечко отвлечемся. Давайте мы уйдем от этого мужчины. Давайте на нашу девочку продолжать смотреть. Когда я была в школе, да, у нас была учительница по географии, и она нас научила, меня в том числе, читать между строк, да, то есть постоянно смотришь на картину, да, и на карту, да, и ответы все перед вами, да, в большинстве своих случаев. Нужно просто научиться читать между строк, научиться быстренько ориентироваться. Даже если вы что-то не знаете, да, я именно этому хочу вас научить. Даже если вы что-то не знаете, вы сидите перед всемирной паутиной, и информация будет открыта для вас до тех пор, пока вы готовы эту информацию получать. На примере сегодняшнего листинга я вам покажу, как можно было самим разобраться с праздниками. Кто-то из вас разобрался замечательно, кто-то только подключается, поэтому мы равняемся на всех, да? Итак, когда вы заполняете свои листинги, опять-таки напомню, что у нас видео с вами небольшие. Я стараюсь быстро говорить и вкладывать много информации в короткий период времени. Я планирую буквально 20 минут, не больше. 10 на один раздел, 10 минут на другой раздел. Итак, когда вы выставляете свои листинги, да, у нас с вами есть две секции: holiday и occasion. И вот как раз именно вот с этими двумя секциями мы с вами и поработаем сегодня. Когда вы выставляете ваши изделия, да, вам предлагается поместить в ту или иную секцию, в тот или иной праздник. Некоторые люди шопятся по тегам, некоторые люди шопятся по картинкам, некоторые по тегам и так далее, некоторые по праздникам. Итак, мы с вами сейчас останавливаемся на holiday. Да? Это все optional. Вы можете не заполнять, но если звезду придумали, значит, она кому-то нужна. Да? Звезды открывают, значит, они кому-то нужны. То же самое здесь. Если этот раздел сделали, то желательно его заполнить. Почему желательно заполнять в разные места? Да? А потому что вы сажаете свое зерно на различные поля веб-сети, да, на различные поля Etsy-платформы. Поэтому давайте перейдем быстренько как раз к праздникам. Может быть, некоторые вы уже знаете, некоторые нет, но я вам их назову. Да? Дальше вы уже можете сами в свободное время прошерстить более подробно, да, каждый праздник и выписать себе его, когда он начинается. Да? И буквально за 2-3 месяца до этого праздника это время, когда можно выкладывать и активно подготавливать свои работы, свой магазин к празднику. Скажу сразу, что не надо полностью кидаться вот в этой как панацеи и быстро все менять к этому. Нет, есть у вас желание, есть у вас товар, разместите его в той категории. Нет у вас ничего страшного в этом нету, да, продолжайте работать и создавать то, что вы создаете. Итак, поехали. Первое – это April's Fool. Ну, естественно, April's Fool – это 1 апреля, день дурака. Да, мы смотрим April's Fool. Вот даже, по-моему, сейчас не так много будет April's Fool, но все равно посмотрим, что выдает. Да, всего-навсего 590 результатов. Что это такое? Тут у нас
вообще ни к чему абсолютно не то. Может быть, я мисспеллила. April Fools, April Fools, April Fools, April Fool. А, то есть ничего такого интересного не дает, но не буду дальше копать и смотреть, а насколько популярен этот тег в качестве секции, категории, да? Так, April Fool, день дурака. Дальше поехали. Chinese New Year – это китайский Новый год. Не знаю, что-нибудь здесь покажет нам на Chinese New Year. Видите, я только буковки ставлю. Если что-то выпадает, значит, это люди ищут. Не обязательно, что это ищет постоянно, но вот в последние там 48 сколько-то часов запрос такой был, да. Не уверена, да, но это вот такая вот информация есть, поскольку все, что часто ищется, вот забивается сюда. Давайте Chinese New Year. Что у нас тут? 4000. Все вот это с красным, да, если конвертики, что-то там такое, еще какие-то знаки. Вот Chinese New Year. Вот это листинг интересный, да? Chinese New Year, вот он у нас здесь находится, всякие мартышки, обезьяночки и так далее, и так далее. Если кто-то что-то вяжет, можно сюда попробовать встать, да? Chinese New Year. И мне вот еще понравилось Chinese necklace, да? Necklace. Просто походу. А, вот оно какое. 16 тысяч Chinese necklace. То есть мне кое-что для себя нужно будет выписать. Chinese necklace, интересно. Поехали дальше, да? То есть Chinese New Year, понятно. Вы смотрите, выписываете, если что-то у вас подходит, если какой-то элемент в вашей работе напоминает Chinese, все, написали Chinese и отправили сюда. Дальше смотрим Holiday Chinese, Christmas, Рождество, да? Christmas, Рождество у нас. Christmas. Основные цвета зеленый, красный. Да, зеленый, красный, вот это вот все в Крисмас. Да. Скоро-скоро уже можно будет делать отдельную секцию, праздники, Крисмас и выставлять вот такие вот орнаменты, узорчики под Крисмас. Значит, основные цвета, как видите, носки, вот которые, про которые я когда-то говорила, красные, зеленые и так далее, да? Вот эти основные цвета. Это вот Christmas. Если что-то подходит у вас, видите, птички, казалось бы, если бы просто написали какие-нибудь Red Bird, они бы в другом, может быть, и так будет. А здесь подходит под Christmas, написали, значит, будет Christmas подарок. Дальше мы уходим. Holiday Christmas, Cinco de Mayo. Cinco de Mayo – это у нас мексиканский праздник, да? Cinco de Mayo опять-таки, Cinco de Mayo у нас будет основные яркие цвета, то есть сомбреро, яркие цвета, да, Испания, Мексика, вот она вперед, усы, кактусы. Хотите пробиться сюда, пожалуйста. Cinco de Mayo, по-моему, в мае мы отмечали. То есть по датам сейчас не скажу, просто можете в Google забить Cinco de Mayo, такой-то год, там дальше будет Ханука, Holidays, такой-то год. И вам дадут дату плюс 3-4 месяца назад, минус 3-4 месяца назад, и у вас время, когда можно это выкладывать. Дальше смотрим. Cinco de Mayo, Easter. Easter – это, конечно же, Рождество. Easter мы с вами уже прошли, да? Это уже все такое яйца, птички, бани, все такое постельных тонов. Это у нас все под Истер подходит. Да, люди до сих пор ищут, да, есть такие, которые в течение года Истер закончился, знают, что сейчас будет все это на сейле, они покупают уже на следующий год. Есть у вас какие-нибудь такие яркие штучки? Посмотрите, может быть, можно будет вас в Истер вписать. Дальше поехали. Father's Day, папин день. Вот как раз папин день сейчас очень сильно идет, да, и вы увидите, что скоро появится вот здесь вот иконочка Father's Day. Father's Day, да, и сейчас очень много всего пойдет. Вот мы открываем с вами Father's Day. О, уже 10 минут прошло. Мы открываем с вами вот этот вот Father's Day и поехал 289, практически 300 тысяч результатов, да? И уже можно, давно уже можно подгонять под Father's Day. Тут вам намеки, какие теги можно использовать, даже не дожидаясь наших Marmalade, статистики и так далее. Делаем паузу, и я сейчас опять вернусь к вам.
Итак, мы опять с вами Father's Day. И вы тут уже смотрите, что люди ищут, да, Father's Day from daughter, да, то есть что дочь может дарить папе. Опять-таки смотрим, что у нас тут котируется, да. У нас тут кошельки, у нас тут еще что-то, у нас тут много чего есть, и вы уже как бы смотрите, что вашего можно подобрать, подогнать под этот праздник. Father's Day, дальше копайте глубже, в день по празднику вы все поймете. Дальше Halloween. Halloween – это у нас the day, да, Halloween, монстров и так далее, очень популярные в октябре, так что вот в начале лета уже можно начинать готовиться. Всякие маски, всякие, все, что страшное, все идет сюда. Опять-таки, scrolling to the end, да, в конец, и у нас смотрим с вами здесь, какие теги вот прям под этот праздник. Дальше поехали. Ханука. Ханука – это у нас с вами еврейский праздник, да, Израиль, еврейский Ханука, 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 да. Опять-таки, основные цвета – бело-голубой. Не обязательно, что у вас есть символика постоянная, да, Хануки или вот Израиля, да, в основном цвета идет бело-голубой. Если у вас есть альбомчик или что-то такое, либо украшение голубое, пожалуйста, feel free использовать так Ханука. Но вот видите, здесь Юла, да, ну, Ханука, но она сделана в голубом цвете, пожалуйста, ее сделали. Вот это вот то же самое, бело-голубой цвет, оно идет под Хануку. Есть у вас какая-то подушка в бело-голубом цвете, пожалуйста, используйте Хануку. Вот вам, пожалуйста, бусы бело-голубые, Ханука назвали люди, когда будут отмечать праздник, у них будет украшение бело-голубого цвета, пожалуйста. Да, то есть вот это с этой стороны нужно думать, не только ставить мамин день, папин день. Вот детские бутики, да, и они поставили его под Хануку. Да, и люди, которые ищут национальные праздники, вот они это увидят, к им это ближе. Поехали дальше. Independence Day, 4 июля. Это наш американский день, да, день независимости. Главные цвета красный, белый, голубой. Дальше Кванза. Кванза, давайте. Independence можно еще как бы, да, знакомый. А вот Кванза, я даже сама забыла, что это такое. Кванза. Кванза, Кванза, Кванза. А это что-то такое, видите, афроамериканское, да, афро, афростайл, Кванза. Вот такие вот штучки, да. Можно посмотреть опять-таки по Итсеренке, я сейчас туда не углубляюсь, да, что это такое. Вот это вот все яркое, Кванза. У многих девочек, которые делают браслеты, у нас тоже так думают, что можно вот в этих цветах, да, обыграть и вот украшение сделать под Кванза. Посмотрите, что есть. Нету такие вот шапочки. Наверное, это афроамериканская, да, идея. Так что вот оставляйте вот эти кванза и так далее. Посмотрите, как она идет. Интересно вам этот праздник или неинтересно. Но опять-таки, если не хотите добавлять в мамин день или в какой-то там еще, ну вот вам в кванзу. Дальше Mother's Day мы уже проехали. New Year, это Новый год. Passover, I don't know. Passover, давайте вместе с вами посмотрю. Passover, Passover. Passover, Passover, Passover. А, это, наверное, поскольку здесь, видите, Ханука, это что-то, наверное, связано с, типа, с крещением. Нет, не знаю. Passover. Passover. Не знаю. Да, то есть есть возможность пойти в Google. Ну, тоже что-то с Израилем, да, связано. Поэтому вот так вот я каждый тег прохожу, смотрю, вот синие звездочки, пожалуйста, вам Passover. И смотреть, как этот вот тег, да, что-то там такое с этим связано. Дальше. Дальше поехали. Patrick's Day – это, как же, Irish, зелененькие человечки их называли. St. Patrick's Day, St. Patrick's, St. Patrick's,
St. Patrick's Day, да, это зеленые, желтые, лепреконы всякие и так далее, они у нас тоже уже прошли. Они не помню, когда были. Да, вот казалось бы, вот один такой этот, добавили ленточку, вот вам, пожалуйста, St. Patrick's Day, у нас вот такие штуки очень сильно любят. Украшения, опять-таки, да, то есть, казалось бы, раз, а его сделали под St. Patrick's Day, потому что если люди будут наряжаться, да, они, значит, ну, должны что-то на себе зеленого обязательно иметь, такой праздник у нас. Поехали дальше. Thanksgiving – это День Благодарения, тоже хороший у нас праздник, они такие, это уже осень, мы в осень перебираемся с вами по алфавиту, да. Thanksgiving. Это у нас индюшка. Индюшка. Вот они, индюшки. Да, то есть, если кто-то, например, делает какие-нибудь принты или картины, вот на Thanksgiving, на Home Decor, пожалуйста, всякие вот ретро-индюшки, петухи, да, индюшки, pumpkins, тыквы. Да, вот это вот все идет в оранжевом цвете, стиле, подбираем, если украшения, да, вы тоже делаете кто-то там Thanksgiving. А есть у нас какие-то, нет, не так много пока под Thanksgiving, потому что это ноябрь. Еще время как бы есть jewelry, пожалуйста вам, jewelry, Thanksgiving jewelry, мы любим jewelry, да. Всякие оранжевого цвета, да, сережки, украшения, девочки, которые делают, да, неклассы, да, вот если есть, присутствует оранжи, пожалуйста, обзывайте его Thanksgiving, да, украшения, янтарь. А, ну, не, и, не, и да, и нет, да, но подходит. Amber, Thanksgiving и так далее. Так что здесь тоже попробуйте посмотреть, и как презентацию делать. Это у нас Thanksgiving. Дальше поехали. Valentine's Day. Ну, это понятное дело. Valentine's Day у нас с вами День всех влюбленных. Значит, это будет сердечки. Valentine's Day. Valentine's, конечно же, это февраль. Февраль мы уже с вами проехали. Valentine's, поехали. И все, что с сердечками, можно ставить сюда. Конечно, они еще здесь будут. Не знаю, как точно они будут... опять-таки, как проверяться по Etsy рынку, какие эти теги используют или какие эти теги не используют. Поэтому смотрим и выбираем, да, вот что использовать. Поехали дальше. И Veterans Day. Это день ветеранов. Veterans Day. Veterans Day. Задумалась, veterans. Это опять-таки, видите, но как veterans и 4th of July, патриотик, оно как бы все совместно, veterans. Вот этот рис очень интересный, потому что он прописывается по всех праздниках. Я его видела и на Cinco de Mayo, и я его вижу здесь. Давайте по ходу. Удовлетворим мое любопытство, права я или не права. Почему я говорю, что очень важно выдерживать стиль, да? Single baby shower, birthday plates, banners. Нет, наверное. 255 айтемов не буду. Вот, видите, у них... Она прям просто вот выдерживает вот эти вот баннеры. Green tassel гирлянд. Tassel гирлянд. Почему я говорю, что обязательно нужно найти свой стиль магазина и его выдерживать, и он уже будет узнаваемым, да? То есть вот у нее tassel гирлянды в одном view all 34 под каждый разный праздник и гирлянды. Да, вот такой вот я видела Cinco de Mayo, я на нее обратила внимание. И когда я сейчас с вами стала смотреть, я увидела еще и вот на 4th of July под одним углом, и они яркие и запоминающиеся, да, все замечательно. Значит, и мы с вами добрались до Veterans Day.
У нас как раз 20 минут прошло, значит, в следующей части по праздникам мы с вами разберем occasions, да, и пройдемся так вот. Кто не хочет ждать, пожалуйста, jump, прыгайте и вот разбирайте вот эти вот occasions. Но вот про holiday, как вы просили, я вам немножечко показала, куда еще вы можете свои работы добавлять. Благодарю за внимание, я успела 20 минут. Удачи вам, в следующем видео.